Первенство Республики Беларусь по боксу среди юниоров, спортсменов до 18 лет принимал Гомельский центр Олимпийского резерва единоборств. И приятно отметить успехи представителей мозырского бокса. Сдюшор номер 2 из Сдюшор Олимп 2015. 1-10 февраля у нас прошло первенство республики до 18 лет, где наша команда, представляла нашу команду две девочки, это Александра Юшкевич и Анастасия Смолкина. Также наши ребята Роман Малиновский и Александр Малиновский представляли наш город. Ребята нас очень порадовали. Александр Малиновский стал бронзовым призером республики, где провел очень достойный бой, более мастеровитым своим соперником из города Минска. Александра Юшкевич заняла второе место и порадовала хорошим боем, где она выступала до 18 лет, не по своему году, более старшему году, и очень порадовала своими боями. Молодец! Каким показалось республиканское первенство бронзовым призеру в весе до 86 килограммов Александру Малиновскому? Бои прошли достаточно неплохо. Я стал третьим. Результатом не сильно доволен, но будем работать и будем побеждать. Порадовала и Александра Юшкевич, которая, будучи моложе своих основных конкуренток, заслужила второе место в весовой категории до 48 килограммов, сделав весомую заявку на победу среди девушек своей возрастной категории. Основной мой старт будет 1 апреля, где я смогу отобраться на чемпионат Европы. Пожелав удачи Саше, отметим еще одну серебряную медаль мозырского бокса в исполнении воспитанника Николая Николаевича Шурмилева из Дюшор номер 2 Захара Веселовского в весовой категории до 57 килограммов. И обратим пристальное внимание на победителей республиканского первенства. Начнем с лучшей юниорки Беларуси в весе до 54 килограммов Анастасии Смолкиной. Я отобралась на чемпионат Европы, который будет проходить в Республике Хорватия. В Хорватию готовится и наш следующий собеседник, победитель веса до 92 килограммов Роман Малиновский. Я провел два боя, которых были достаточно тяжелые. Первый бой я выиграл на тоненького, но выиграл. Второй бой я выиграл единогласным решением судей 5-0, стал победителем первенства Республики Беларусь и отобрался на чемпионат Европы, который будет проходить в Хорватии. Думаю, поедем, дадим хороший бой и как минимум будем на пьедестале. Можно не сомневаться, что Настя и Роман достойны представить честь отечественной школы бокса на континентальном первенстве. А значит, еще громче будет звучать славное имя спортивной школы «Олимп-2015» и тренеров наших чемпионов Юрия Саныча Лиса, Александра Людовича Маркосяна, Тиграна Саныча Байбуртяна, Рустама и Артура Яковлевича Малиновских.